Первый этап благоустройства Малаховского озера подошел к концу. Качество выполненных работ проинспектировал глава Люберец Владимир Ружицкий. В парке выложили 740 погонных метров тротуарной плитки и установили 27 светильников. Также в зоне отдыха определили места для установки детских и спортивных площадок. Второй этап благоустройства стартует в апреле 2020 года. Во втором этапе мы предусмотрели, значит, еще дополнительно 340 погонных метров дорожек, велодорожки и 77 светильников. Напомню, благоустройство парка «Малаховское озеро» пройдет в 5 этапов. Проектом реновации предусмотрено создание аллей, газонов, а также высадка деревьев и кустарников. Кроме того, здесь появится современная лодочная станция, а весь периметр зоны отдыха оборудуют камерами видеонаблюдения. Полностью завершить работы планируют к концу следующего года. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.